хочу сказать. К нам вернулась жара. Сегодня у нас плюс 15, наверное. Ну, очень тепло, даже, знаете, вот воздух такой, когда вот дуновение, ветерочка, прям теплое весеннее. Все бежит, все тает. Вот. А сегодня воскресенье, я бегаю за подарками. Ну как бегаю за подарками? Особо не бегаю. Зашла на верхний, купила маме мандарин. Сейчас иду к маме и хотела заехать сюда, в этот, в Сулпак, к своему товарищу, которому, у которого я на минуточку отовариваюсь уже очень-очень много раз. И мне нравится с ним сотрудничать, потому что он, ну, может подсказать дельные вещи. Все-таки парень, понимает в технике, он может подсказать. Приезжаю, я, между прочим, с сумками, с котомками, не налегке. Приезжаю, Сулпак закрыт, все. Он куда-то переехал, и я не знаю, как и где мне его сейчас искать. Фу, ну буду искать его. Сейчас посмотрю старые свои заказы, может где-то все-таки я смогу его найти, может быть на сайте Сулпака смогу найти, без понятия, сейчас буду рыться. Ну я в принципе любого из ада вытащить могу, там ФСБ мне позавидовать может, я найду кого хочешь, вот честно, из-под земли достану. И вечером с мужем поедем в Плазу, Шымкент Плаза. Посмотрим, я ему буду делать подарок. Куплю ему что-то из одежды и, может быть, еще посмотрю подарки девчонкам. В общем, пока такие планы. Но что-то сейчас вообще все не так, как надо. Пошла на верхнем рынке, взяла себе брюки. Что-то я не знаю, зачем я их взяла. Не особо они мне нравятся, но я их взяла. Вот. Ой. Все тает, и вот такая вот фигня, она скользит. Блин, что-то у Масюшки взяла корм для попугая. Он тоже такой тяжелый, плюс 3 килограмма этих мандарин. Что-то, блин, что-то я иду, еще вот тепло, и что-то я уже устала. Ну вот. Ладно, дело не в этом. Все нормально. В общем, сейчас у мамы почаевничаю, и все. И все, я поеду дальше дела делать. Муж заедет, и мы уже помчимся. Ой, ладно, я уже пришла. Будут какие-то новости, обязательно расскажу и покажу. Доброе утро. На минуточку. 25 декабря, плюс 25. Ой, плюс 20. Зачихнула. Я, видите, одета вот легко. Надеюсь, ничего не изменится, и сегодня плюс 20. Это реально, но вчера я в зимней куртке очень, очень запарилась, очень жарко было. Вот, зима сошла с ума, но потом снова холода. В общем, провтыкала я целый день никуда. Голова болит жутко. Понедельник называется. Жду лифт. Ужас, пойду прогуляюсь, подышу воздухом, зайду в магазины, отвлекусь. Хотя ничего я сегодня ничего не делала, из-за того, что у меня жутко болит голова. Кстати, я показывала, как строили елку, ее вон уже построили. А, такие вот дела. У нас всегда елки зажигают после 17-18 декабря. Из-за того, что у нас праздник 16-17 декабря, День независимости. И украшательствами в городе занимается именно после этих чисел. Это чтобы не путали праздник независимости с новогодними праздниками. Глупо, наверное, но факт есть факт. А у нас сегодня плюс 21 на минуточку. 25 декабря. Жесть.
Угадайте, где мы? Ну, конечно, мы снова после тренировки зашли в Жете Дандер. Это просто наш мастхэв. Постоянно здесь что-то едим. Так, сейчас. Заказали салат Цезарь и пиде пепперони. И ташкентский чай. Это вот наш стабильный наборчик. Иногда просто салат, иногда просто чай. Ой, кучеряво живем, как говорится. Ой-ой-ой. Подождите, вот так вот. Но здесь очень-очень приятненько. Уютненько. Из всех точек Тандыра мне нравится больше здесь. Потому что здесь раньше был нормальный ресторан. Поэтому здесь уютненько. Жуткий дубак на улице. Вчера, главное, было больше 20 градусов, сегодня плюс 10. И я вышла, ну, куртку одела теплую, шарф с собой взяла. Не замоталась, но я очень об этом жалею, потому что жесть как холодно. Так, такси должно мое подойти. Вышла, отдала в ателье брюки и решила зайти в Шимкент Плазу. Сейчас пойду там в Сулпак сгоняю. Елку уже поставили. В Сулпаке сделаю себе подарочек какой-нибудь полезный. В общем, прогуливаюсь тут в городе. Зашла в Starbucks. Взяла себе сэндвич. Курица, грибы и кофе. Сейчас добегу до работы. Я уж тут рядышком. И, ну, и посижу нормально, короче. Выпью кофе. Перекушу. А, и они не дали бумажку, чтобы пальчики не обжигать. Да и минус. Ладно. Нет, я сейчас вот добегу до работы, сяду и спокойно покофейничаю. Кофеечек подписали мне еще. Ну, что я хочу сказать. Starbucks еще пока не попробовала кофе. Почему все его так хвалят, но говорят, что он очень вкусный. Но, конечно, цена на кофе в Starbucks космическая. Надеюсь, оно вкусное. Но мне сделали с сиропчиком. Вот. В следующий раз зайду, у них возьму американо, мой любимый. Чуть не знаю, захотелось сладкого, вот взяла сладкий кофе. Какой у нас красивый закат. Такой розово-сиреневый. Красота просто. 26 декабря. Прям погода радует. Холодно сегодня, терпимо холодно и... такая красота. Блин, реально как красиво. Все такое вокруг розовое. И я такая розовая на фоне розового неба. Сейчас попробую сфокусироваться. Ох, нет. Не фокусируется. Ну, красиво. Блин, мне очень-очень красиво. Прям не могу. Прям... визуальное наслаждение. Посмотрите, какое небо. Просто посмотрите, какое небо. Ну ведь шик. О, иллюминацию включили. Ой, какая красота. Я отсюда скоро съеду. Последнюю недельку. Максимум после Нового года еще неделька на переезд. И елка. Сейчас утемню. Вон горит. Горит елка. Обожаю это место. Обожаю. Так, я вышла. Вышла посидеть с подругой. Тут недалеко в кофейню. При том, что все это получилось спонтанно. Она говорит, что мы договаривались, но я почитала переписку,
и мы не договаривались. Ну ладно, не суть. Сейчас пешочком прогуляюсь, тут недалеко. Мы на 8 договорились. Минут через 20 я как раз дойду по-быстренькому. Так что нормально. Вот такое вот будет вершение дня. Ну что, вот такой погодой оборачиваются красивые закаты. На улице не особо холодно, даже может теплее, чем вчера, но очень дождливо, сыро. Сейчас птички красивые. Хотела птичек заснять, они уже улетели. У нас всю ночь шел дождь, был жуткий ветер. Ну и сейчас, в принципе, ветер дует, но уже не такой сильный, как был утром. Ну, хотя нет, достаточно нормальный. Тряпье вон колышется как сильно. Да, погода так себе мерзкая. Конец декабря, последняя неделя, даже последние несколько дней остались до Нового года. Сегодня у нас среда, тренировок, наверное, не будет, но мы с Катюшей хотели отснять танец, и не знаю, как она себя чувствует, готова или нет. Я, конечно, не готова, я его уже забыла. Ладно, жду такси, сейчас подъедет. Решила спуститься вниз в ресторанчик «Золотой топчан». Хочу пообедать. У меня такое глупое желание. Очень хочу суп куриный. Вот серьезно. Я обычно что-то хочется. Причем уже недели три его хочу. Просто хочется выпить куриного бульона. Просто обычную куриную домашнюю лапшу, куриный супчик. В общем, сейчас пойду, спущусь, пообедаю. Не знаю, может, немножко шашлыка съем, салатик какой-нибудь полезный. Ну, в общем, пообедаю. Так, я себе заказала суп, пиде с сыром. Блин, большая эта пидешка, мне кажется, я ее не осилю. И чай. Ташкентский мой любимый. В принципе, простой набор, то, что мы обычно заказываем. Думала, у них будут комплексные обеды, но уже нет. Раньше были, кстати. Был классный чечевичный суп. В общем, остается ждать мой заказ. Вот, одна сижу, вообще хотела какой-нибудь спокойный уголочек, но очень много людей, очень много народу, поэтому села тут, но все равно вокруг люди. Так, блин, порция большая. Ну, вот такой куриный супчик. Сейчас буду пробовать. Надеюсь, вкусненько. Зеленушка, все дела. Прям принесли в течение минуты. Принесли мой ташкентский чай. Очень странный. Но я еще не пробовала. Но вот так выглядит мой ташкентский чай. Суп, кстати, вкусный. Но бывает вкуснее, кстати. Лапша у них самокатанная. Ну и подошла моя сырная пидешка. Интересно, я ее осилю. Но, в принципе, суп почти весь съела. Ни в голове, ни в жопе. Просто бульончик. Ну, я так и думала, я так и хотела. Поэтому заказала пидешку. И мой чаек. Вот он весь мой обед. Красивенько. Обед в одиночестве. Кстати, вот на 336 вышел мой обед. Что тут? Чай, пидешка и куриный супчик. Так вот. Так. Мой обед. А я поехала. Пойду прогуляюсь, пойду схожу в магазин и пойду поздравлю Любушку с Новым годом. Кофе у нее попью. Так что все, вышла с офиса. Я не
Ну ладно, потом повесят, я увижу. В общем, кофейничаю у Любушки. У нее, как всегда, все классно, все вкусно. Слушайте, ну, посидели. В общем, вышла от Любы. Я еще себе купила подарок. Любушка подарила подарок. Я Любушке подарила подарок. Покофейничали. И все, я поехала домой. Сейчас вот выйду на главную дорогу. Муж за мной уже должен сейчас приехать. Вот такой прекрасная среда. Сейчас только и остается ходить в гости, поздравлять с наступающими праздниками, наслаждаться компаниями. В общем, такие дела. А у меня все так же предновогодняя суета. Я зашла в магазин. По мелочи купила для подарков. Все, это уже последнее. Сегодня я жду доставку блендера. Вчера заказала онлайн. Чуть позже об этом расскажу и покажу. Сейчас последнее. Это надо зайти в Мадлен, купить тарталетки. Вечером еду к маме, завезу ей тарталетки, себе возьму. И в субботу просто сделаем закуп, сделаю салаты. И на этом весь Новый год будет. Я вообще не трачу свое время на пышные празднования и столы. Хотя и так денег очень много уходит даже на всякую такую мелочь. Дома покажу и расскажу, что мы взяли. Вот сейчас иду в Мадлен. Всегда только здесь беру тарталетки. Как всегда, пробка. Покажу вам. Там что-то гаишники разруливают. А в целом, обычная вот такая вот жизнь. Там кто-то даже кружится на качелях. Сегодня очень тепло. Днем плюс 15, наверное, было. Уныло видится елка без огоньков. Но вечером, кстати, все вот это зажигается, все инсталляции вполне себе красиво. Прекрасный вид. Прощаюсь с ним. Потому что завтра мы еще здесь. Надеюсь, в ближайшие дни решится с арендой. И уже после 1 числа мы будем выезжать отсюда. Сегодня у нас что, какое число? 28 декабря. Еще завтра пятница, рабочий день. И все, на выходные встречать праздники. И будем вступать в новую жизнь. Вот уже и елку зажгли. И здесь фонари включили. И инсталляцию включили. Разница в 5 минут буквально. Нарядили елочку у мамы. С Лвуши. Лвуша, тебе нравится елочка? Одну верхушечку нарядили. Не всю елку. То Элвин катается на елке. Качается до сих пор. Да, чумой заяц? Чумой заяц? Заяц? Мамин заяц? Лунюшка. Ну и Лунюшка, смотри, какая у нас елочка красивая. Золотая, золотая. Ну, что ты делаешь, дурак? Все матери твоей расскажу. Как ты меня делаешь? Ты что это такое? Что за Кузькин? И каминчик нарядили. Все. У нас красота. Через пару дней Новый год. Мы особо не стали ничего выдумывать. Каждый год наряжаю вот эту лапу, делаю.
и вот сюда маленькую елочку. Это только верхушка от большой елки. На самом деле мы вот в этот угол ставили всегда елку. Она у нас двухметровая, то есть она вот такая вот огромная всегда была, практически под дверь. Она огромная, огромная. Но Элвин сломал нижний ярус, он на ней все время качается. Вот это вот черное чудовище качается, и елка такая просевшая. И мы вот второй год, в прошлом году и в этом году, вот в этот уголочек только верхушку наряжаем. Да, Элвин, пойдем. Попьем чай, я домой поеду. Там попугай разговаривает на кухне. Сейчас уберу все пакеты, весь этот мусор. Ну, думаю, красиво. Хотя бы так. Доброе-доброе утро. А у нас снег. Всю ночь шел дождь. И теперь вот снег. До Нового года осталось 2 дня. То есть сегодня пятница 29 и воскресенье Новый год. Интересно, вообще снег постоит хоть немножко, или вот он сейчас вот такой водой нам тут слякотной насыпет, и как бы все на этом. Посмотрим, как в течение дня будет идти снег. Но классно, хоть бы был снежок на Новый год, было бы классно. Сегодня пятница, 5 часов вечера уже, и вот такая тишина у нас в коридоре. Но кто-то еще на этаже есть, еще не все выехали, я так понимаю. Вот эти соседи еще есть, вот эти соседи уже вчера выехали, 705-го у них автопрокат был. Наверное, эти еще на месте, не знаю. Тут стол стоит, тут не знаю. Я вышла, пойду схожу на Валберис, заберу посылку. Еще кто-то ходит по этажу. Вот, я заказала себе чиа. Семена. Ни разу не пробовала, не знаю. И мой любимый шампунь забрала. Все пришло, даже браслетики мелкие пришли. Я просто рада, что я все забрала. Я уже готовлюсь к уходу домой. Забрала журналы, я их отдам маме. Эти ненужные распечатки ей подойдет вместо пеленок для попугая. Нормально. Тут мои тапки, которые надо бы хорошо замочить, постирать. Я тут на работе в них ходила. Ежедневники. Сегодня приходили, подарочек дарили. Конфетки вот. Это вот был подарок. Мои документы. Тоже подарочки. Все, я это заберу. Вон там лежат мои вещи, которые не хотелось бы здесь оставлять. Потому что там новые подшитые брюки. Что я хочу сказать? Вот это мой любимый кабинет. Я не хочу с ним прощаться, но, наверное, придется. Не сейчас, но после Нового года, да. Мой всегда бардачный большой стол. Если честно, когда я сюда переехала, мне было так неуютно, и мне очень не нравился этот огромный какой-то неуютный стол. Но это мой самый лучший стол. Я его оборудую, у меня на нем всегда срач. Потому что он огромный, места много, куда что кинуть. Кинул и забыл. На самом деле, вот. Мой вид шикарный из окна. Ну и не смотрите на какашку. Я тебя обожаю. Засниму сегодняшнюю погоду. Уже снег не кружит, как с утра, но припорошило. Видите, все. Внизу слякоть, потому что это был снег с дождем. Время почти 6. Ну, как-то вот так серо пока что и убого.
Но уже сейчас, буквально минут через 10, включат огонечки. Там вот, видите, уже включают. Но сейчас елка зажжется. И у нас на гостинице вон там вот огни загорятся. В общем, будет мэджик. А вот и загорелись огоньки. И сразу как-то стало повеселей. Красивенько, правда? Хотя бы так. Вот так поярче. Уже стемнело достаточно и прям красиво, ярко выглядит. Ладно, я буду собираться и выходить уже домой. На самом деле на балконе стоять холодно. Я до сих пор в шарфе, я вот сбегала на Валберис, все забрала, то что остатки роскоши. Ай, картины наши попадали еще летом. Они наверное, что-то знали давно. Вот. Я тут копирую данные на флешку, потому что, возможно, я кое-что поработаю дома за ноутбуком. Мне нужны будут вот эти все данные. Жду, когда за мной заедут. Уже все приготовила. Губы жутко сохнут. И зимой всегда, особенно на улицу сходишь, такую холодрыгу. Предвкушаем Новый год. Новый год. Что он нам сулит, что он нам принесет, неизвестно. Но я очень надеюсь, что он принесет только хорошее. Поэтому будем верить в чудо, но не ждать чуда, потому что нужно чудить самим. И я в этом году чудила как могла, и у меня был шикарнейший, просто волшебный, шикарный год. Чего и желаю вам в следующем году, чтобы был год замечательный, чтобы не было никаких больших потерь, а была только огромная прибыль во всем. И в деньгах, и в здоровье, и в людях, и во всех вообще аспектах только изобилие, богатство. Ну и на этой ноте я буду с вами прощаться. С наступающим Новым годом. Я думаю, что запись еще будет. Я поснимаю выходные завтра, само воскресенье. Так что спасибо, что оставались со мной, и всем пока-пока.